что они привыкли к такому языку, на котором разговаривают их мама и папа. Вот у них язык, это у них язык. Это был язык. Ну, всегда языки разные. Потому что они рассказывают понемножку, по-близкому, по-русскому. Все. Потому что у них разные слова и слюни. И природа, природа. Кто в разных странах, можно разговаривать по стране. Англичанин, английским языком. В других странах тоже по-другому.